По поручению президента Владимира Путина председатель правительства провел заседание Координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил России. В ходе заседания Михаил Мишустин обозначил приоритетные задачи для региональных властей. Это организация системы контроля за распределением вещевого довольствия и формирование резервов. Также подготовка информации о выстраивании обратной связи с мобилизованными и их семьями относительно своевременного и корректного начисления денежного содержания. По поручению президента меры безопасности в субъектах Российской Федерации скоординирует Сергей Семенович Собянин. В рамках Совета это позволит нам синхронизировать работу с теми мероприятиями, которые реализуются на местах. Сейчас в центре внимания губернаторов и региональных штабов должны быть вопросы обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры, энергетики, транспорта, связи. Уверен, что совместные усилия помогут выполнить все поставленные президентом задачи. Предоставить военным необходимые средства для достижения определенных главой государства целей. Поддержать всех тех, кто сейчас защищает интересы нашей страны на передовой.